Ура! Сейчас мы отпустим туда нашего питомца. Ух ты, здорово! Пойдем, пойдем, зверушка моя, я тебя покормлю и спать уложу. Пойдем, пойдем, моя маленькая. Вот, вот твоя миска, иди, я покормлю тебя молочком. Ой, малышка моя, а что ты тут делаешь? Мама, ну ты что не видишь? Я кормлю свою зверушку молочком, а потом буду укладывать ее спать. Зверушку? Ну ты что, это же обычная твоя подушка. Спи, маленькая, спи. Ну и что, мама, другой зверушки у меня нету. Будет моя зверушка подушка. Ты что, так хочешь домашнего питомца? Что завела себе подушку в подружке? Ай-яй-яй. Кажется, у меня есть идея. Сегодня в наш город Лолтаун прибудет коробка с сюрпризами. И там можно загадать себе хоть сестренку, хоть питомца, хоть подарочек какой-нибудь, любой. Пойдем со мной. Что, мама? Коробка с сюрпризами. Лол-сюрприз. Ура! У меня будет настоящий питомец. Мама, а может мне еще братика или сестренку попросить? А, ну по флауфту. Нет, давай начнем, пожалуй, с питомца. Хорошо? Ты бы кого больше хотела? Кошечку, собачку, хомячка, а может еще кого, а? Я бы, конечно, хотела собачку. Ну а там кто попадется? Ведь никогда не знаешь, что там внутри будет в этом шарике лол-сюрпризике. А коробка-то волшебная, она никогда не скажет, кто там. Я буду рада любому, любому питомцу. Мамочка, побежали скорее, а то разберут все сюрпризики без нас. Подушечка, я тебя не брошу, лежи, спи. Эй, меня подожди, побежала. О, что? Коробка с сюрпризами прибывает сегодня в Лолтаун? Я не должна этого пропустить. Я тоже хочу себе какой-нибудь шарик. Может, с куколкой, а может, с питомцем? Эй, куда вы пошли? Ой, ой, кажется, их потеряла. Ну ладно, пока. Где вы? Малышка, ну ты где? Подходи со мной. Вот она, наша волшебная коробочка, уже в Лолтауне. Уф ты, мы самые первые. Мне точно достанется какой-нибудь питомец. Мама, а что нужно делать, чтобы из этой коробочки что-нибудь достать, а? Нужно просто покрутить. Ну что, начнем? Вот он питомец мой. Лол-сюрприз Пэтс. Спасибо, спасибо, волшебная коробочка. Ребята, вы как думаете, кто же там внутри? Мама, пойдем скорее домой. Откроем моего нового питомца. Конечно, конечно, сейчас пойдем. Коробка с сюрпризами – это наше сокровище. Главное, чтобы она не попала в руки злодеев, а то нажелают там себе сюрпризиков. Пойдем. Не успела. Ну вот, питомца уже разобрали. Так. Ребята, вы запомнили, что они делали? Что нужно делать, чтобы получить сюрприз? Я тоже хочу лол-сюрпризище. Ух ты, вот эта коробочка волшебная. Пойдем, малышка, не отставай. Пойдем домой открывать. Ой, они не должны меня заметить. Эй, ну что ты платишь? Может, тебе соску? На, держи соску, только не плачь, пожалуйста. Ну вот, так-то лучше, хорошая моя малышка. Давай я тебя покатаю, хорошо? Ой, Лил-Нион, что ты делаешь? Мама, я укладываю свою малышку спать. Нион, ну это же бутылка из-под шампуня. Какая еще малышка? Мама, мамочка, ну ты же не даришь мне ни братика, ни сестренку. Вот теперь моя малышка. Я буду с ней играть, буду ей сказки рассказывать, спать укладывать. Тш-ш-ш, Нет, так дело не пойдет. А пойдем со мной. Сегодня в Лолтаун прибывает коробка с сюрпризами. И там можно загадать себе все что угодно. Хоть питомца, хоть малышку, хоть малыша, хоть куколку Лол. Пойдем. Ну я же обещала тебе братика или сестренку. Обещания нужно выполнять. Пойдем скорее. Что? Коробка с сюрпризами? Это про которую ты мне рассказывала? Ура! Ура! Мамочка, поехали быстрее. Я хочу сестренку или брата.
братика. Ребята, а вы как думаете, кто мне попадется? Сестренка или братик? Пишите в комментариях, а потом посмотрим, кто угадал. Мама, ну что стоим? Поехали, поехали, поехали. Поехали, поехали, не опоздаем, не бойся. Так-так, я точно знаю, что здесь нужно где-то покрутить. И куда здесь покрутить? И как здесь покрутить, чтобы себе сюрпризик-то накрутить? А? Ну-ка, попробую вот здесь. Ну все, малышка, вылезай, приехали. Там еще кто? Не дают мне сюрпризик себе взять. Ух, куколки бегут и бегут, как медом тут намазано. Ладно, еще подожду. Может, в коробочке желаний и мне что-нибудь все-таки достанется. Ну что, крутим? Мамочка, конечно, крутим. Крути, крути давай, сильнее крути. Ну вот, наши братики и сестренка готовы. Ух ты, как же это здорово, здорово! Все, как я и просила. Спасибо, коробочка с сюрпризами, спасибо. Мама, пойдем быстрее открывать. Я хочу узнать, братик это или сестренка мне попался. О, ну вот, еще минус один сюрприз. Идите уже, идите. Пойдем, пойдем с нами. Теперь ты будешь жить у нас. Ну что, пришел и мой черед. Давай, коробочка, давай. И мне какой-нибудь сюрпризик выдавай. Ну, раз, два, три. Крутись, ну крутись же, колесико, давай, давай, сюрпризик мне выдавай. Ну, посмотрим, что же там. Ну, что там? Я думаю, там точно какая-нибудь куколка Лол. Привет, друзья, девочки и мальчики, и сегодня мы с вами откроем два вот таких вот шарика. Это шарик Лол Сюрприз, Лол Сюрприз Пэтс, третьей серии. Там нам должен попасться какой-то питомец, а также аксессуары для него. Лоточек, совочек, бутылочка и обязательно тапочки. А там посмотрим, какой еще аксессуар будет. Это у нас оригинальный шарик, и у нашей малышки Лол скоро появится домашний питомец, а то бегает бедная с подушкой. И вот такой вот шарик с малышкой или малышом. Лол Сюрприз Лил Систерс серии ESPY. Или как еще называют, Лол Декодер. Или малыши-шпионы. Очень много названий появилось у этого шарика. Ну что ж, с какого шарика начнем? Питомец или малыш? Питомец или малыш? Давайте откроем питомца. Этот шарик намного больше, тяжелее. Поэтому его и откроем первым. А потом посмотрим, что за малыш нам попался. Итак, нам обещают 7 сюрпризов внутри. Открываем замочек. И будем искать. Отправляемся на поиски этих 7 сюрпризов. А внутри у нас, смотрите, вот такая вот подсказочка. 4 куколки Лол и вот такое привидение. И надпись Team Spirit расшифровывается как командный дух. Очень интересненько. И кто же такой внутри у нас там? Становится еще любопытнее. Давайте открывать следующий слой. Так, и смотрим, что здесь. Здесь у нас... Ой, уж приклеилась. Оп. Здесь у нас вот такой вот вкладыш. Что умеет делать наш питомец? Ух ты, он еще и меняет цвет в воде. Это мы обязательно с вами посмотрим, как он это делает. Ух ты, смотрите, здесь такой интересный красочный последний слой. И очень скоро мы узнаем, кто же нам попался. Так, давайте его откроем. И уже откроем непосредственно сам шарик. Ух ты, ничего себе тут сюрпризов. Так. Инструкция. Наш лоточек с песочком. Ух ты, смотрите, какой прикольный. Зеленый. Ой, а это не тапочка. Это какой-то аксессуар. Такой вот то ли ошейничек, то ли ободочек.
И все, да, в песочке больше ничего нет. Ну что ж, в песочке мы нашли только аксессуар. Смотрим дальше. Вот такая вот коллекция у нас. Питомцы плов. Их огромное количество, кого здесь только нет. Здорово. Так, ну что ж, давайте уже открывать. Откроем самый большой пакетик. Я думаю, что там у нас сам питомец. Ух ты. Это кто? Это кошечка, я думаю, да, ребята? Смотрите, какая у меня прическа интересная. У нас вот такая вот кошечка. Лол Сюрприз Пэтс. Вот так давайте ее поставим. И будем открывать сюрпризики. Так, вот такой вот совочек. И здесь у нас нарисована такая лапка. Подождите. И косточка. Это собака? Это собака? Интересненько. Ладно. Открываем наши сюрпризы. Дальше вот такая вот бутылочка зелененькая с голубым. И еще один большой пакетик. А там у нас... Ух ты, а там у нас это что такое? Кто знает, ребята, что это такое, пишите в комментариях. Вот, вот какой питомец у нас получился. Давайте все-таки посмотрим, кто же нам попался. Давайте найдем. По-моему, вот он. А зовут его Sir Fur Puppy. Дословно переводится как щенок из меха или меховой щенок. Представляете, это собачка. Вот честно, никогда бы не подумала. Почему-то мне кажется, что это кошка. Но нет, это у нас щеночек из атлетик-клуба. Ну что ж, наш щеночек может отправляться домой. К малышке Лил Систер. Только подождите, мы забыли одеть ему ошейник. И посмотреть, как он меняет цвет в воде. Ну что, друзья, давайте проверим, меняет ли наш питомец цвет в воде. У нас очень холодная водичка. Сейчас мы отпустим туда нашего питомца. Ух ты, здорово, смотрите. У него были белые волосы, а стали розовые. И голубой костюмчик появился. Это просто супер, прикольно. Ой, а еще он может писать у нас, да? Смотрите, все пропадает. Когда мы вытащили из холодной воды. Тут еще, смотрите, пирсинг у него. У него есть пирсинг, сережки в ушах. Здорово. А, вот, смотрите, тут розовая со звездочками. Синий такой костюмчик плавательный. Так, посмотрим, что он еще умеет делать. Он умеет плеваться. И он умеет писать. Интересно. Но цвет он меняет вообще круто. Мне понравилось. Смотрите еще раз. Оп. И щенок стал вот такой вот яркий-прияркий. Со звездочками и с пирсингом в ушке. Вот теперь можно отправлять нашего питомца малышу. А мы с вами будем продолжать распаковывать наши лоу-сюрпризы. Давайте откроем вот этого вот малыша. Или малышку. Ну, пока будем называть просто малыш. Пока нам неизвестно, что там внутри. Зато уже есть вот такая вот небольшая подсказочка, для прочтения которой нам нужна волшебная лупа. Так, где же там второй слой? И открываем сам шарик. Вот она, волшебная лупа. Вот она, смотрите. Сейчас будем смотреть, что же там. Вот такая вот вишенка и вот такая вот бомбочка. Вишневый взрыв. Вы знаете, по-моему, такая подсказочка у нас уже когда-то была. Да, черри-бомб. Черри-бомб, вишневый взрыв. Ну, посмотрим, кто же там нам попался. Такой вишневый и такой взрывательный. Так, здесь у нас, по-моему, такая вот сумочка. Ее нам нужно открыть. Ух ты, не, у нас такой не было.
сумочка с изображением кошечки. На кошечке вот такое сердечко. Так, вот она наша коллекция наших маленьких малышей. Little Sisters. Просто огромная тоже коллекция. Хотелось бы собрать всех-всех малышек. Ну давайте посмотрим, что-то кто же попался нам. Сегодня. Ух ты, смотрите, какая смешная. Или смешной. Я уже ничему не удивляюсь, даже если это похоже на девочку, это вполне может оказаться мальчиком. В таких белых трусиках один глазик закрыт, а один у нас открыт. Такой задумчивый малыш и малышка. Давайте откроем пакетики с аксессуарами. Здесь у нас колечко для нашего шарика. А здесь у нас... А здесь у нас вот такие тапочки. Кстати, такие же тапочки у нас были уже у какой-то малышки или у какого-то малыша. Тапочки у нас повторяются. Так, вот что у нас получилось. Меняет ли он цвет в ледяной-ледяной воде? А перед этим посмотрим вообще, кто же нам попался. Так, ищем с двумя такими хвостиками сверху. Вот она, вот она. Написано Daring Diva, Daring Diva. Кстати, дословно переводится как отважная или даже дерзкая дива. Но я как понимаю, ошибки быть не может. Это точно теперь девочка. Это у нас малышка. Так, давайте посмотрим, что же с ней произойдет в холодной воде. Ух ты, смотрите, она становится с фиолетовыми хвостиками. О, а у нее на теле появляются сердечки, смотрите. Ух ты, полосочки на ногах и трусики становятся фиолетовыми. А на попе вот такое сердечко появляется. Прикольное. Вот это диво так диво. Здорово. Какие прикольные сюрпризики нам сегодня попались, да, ребята? А вам понравилось? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно. Ребята, вы представляете, я как и мечтала, мне попалась сестренка, и теперь мы будем с ней дружить, да, Дива? Да, это точно. А мне, друзья, попалась собачка, я собачку и хотела. Спасибо, коробочка, с сюрпризами. Я тебе так благодарна. Ну что, ребята, девочки и мальчики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Дреналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока! Будем открывать всякие новые-новые шарики. А сейчас пойду с собачкой погулять. Мама, можно я пойду с собачкой погуляю? Ну, пожалуйста.